С Евой Арос попробуем прокомментировать кадры этого фильма. So, die Woche der Verständigung mit der Sowjetunion ist zu Ende gegangen und wir, Vera Klatschkova und Eva Arras, ich, haben jetzt die Möglichkeit, den Film darüber zu kommentieren. Andrea Malasek, 14,14 gelegen. Andrea Malasek, bitte. Nach langem aufgeregten Warten, wir Deutschen haben 3 Stunden gewartet auf die sowjetische Gruppe, sind sie endlich mit dem falschen Flugzeug angekommen. Мы немцы очень долго ждали вашего приезда, и наконец через 2-3 часа нашего ждания вы приехали в неправильном самолете. По инициативе группы «Педагоги в борьбе за мир» города Кёльна 11 июня начался первый обмен школьников Советского Союза и Федеративной Республики Германии 2 городов города Кёльна и Волгограда, городов-побратимов. Наш визит был первым. Wie ihr seht und hört, singen die russischen Schüler unheimlich gerne und sie sind erleichtert, gut gelandet zu sein, endlich nach langer Zeit auch angekommen zu sein und drücken das halt auch in ihren Liedern aus. Советские школьники очень любят петь. По дороге в Кёльн ребята вспоминали свои любимые песни «Катюша», «Подмосковные вечера». Это были первые песни на кёльнской земле. Женщины вперед, а в это время женщины копали и продвигались. Женщины вперед, вперед, а в это время женщины копали и продвигались. Женщины вперед. И мы нашли. Мы очень рады. Мы тоже сегодня. Мы очень рады. И надеемся, что будет для всех нас интересное время. Идет первое знакомство с программой пребывания в городе Кёльне. Ева Арос рассказывает о том, что ребята будут работать в 4 школах, и сейчас будет распределение по группам в 4 школы города Кёльна. Es laufen die ersten Informationen über das Programm, was wir in dieser Woche vorhaben. Als erstes werden die Schüler in 4 Gruppen aufgeteilt, die in den 4 Schulen sich aufhalten werden. Название ее гимназия, да, вернее, значит, это будет группа у нас Миша Анипкин, Евгений Белеичев, Сергей Воропай, Марина Аравийская, Елена Боева, Воронова, Любовь Воронова, я с акцентом, может быть, буду читать, потому что с латинского, и Инна Дементьева. Вот
приезд советских школьников совпал с визитом Михаила Сергеевича Горбачева в Федеративную Республику Германию. А здесь, наконец, мы приехали в Кёльн. Елена Боева! Елена Боева! Лена! Лена! Лена, впереди, впереди! Встреча на кёльнской земле, первые знакомства, ребята волнуются, и немецкие, и советские школьники, они еще не знают друг друга и еще не представляют, как они будут жить в немецких семьях, смогут ли они подружиться, смогут ли они найти общие интересы. Und jetzt passiert das Aufregendste von allem. In welche Familie komme ich? Mit welchen Leuten werde ich jetzt eine Woche zusammenleben? Aufgeregt sind die deutschen und die sowjetischen Schüler alle gleich. Sehen wir uns also morgen Abend wieder. Ah ja. Moment. Do you have your ticket here from К сожалению, советские школьники недостаточно знают немецкий язык. И сейчас они вспоминают и немецкие, и английские, и французские слова, используют жесты для того, чтобы понять друг друга. Фамилия-наме oder Vorname? Кристина Ахранс. Ого, я, genau. Ich habe immer so gedacht, dass meine Nase sagt immer, dass ich bin. Nein, nein. Ich dachte, das ist schon mal. Das ist der erste Tag in einer der Kölner Schulen. Es findet eine Begrüßung eben statt mit den deutschen Schülern zusammen. Hier sehen wir den Empfang, die Begrüßung im Albertus-Magnus-Gymnasium. Здесь мы видим прием в гимназии Альбертуса Магнуса в понедельник утром. Это первые встречи ребят в кёльнских школах. Они знакомятся друг с другом, знакомятся с системой народного образования Германии, рассказывают о... С большой радостью я установил, должен констатировать, что вы приехали сюда раньше, чем сам Горбачев. Поскольку Горбачев приземлится только 5 минут 12. Ich hatte auch schon gesagt, wir haben uns auf Ihren Besuch auch vorbereitet. Вам уже было сказано, что мы подготовили ваш визит сюда. Und Herr Eschner, den Sie hier sehen, der gerade filmt, hat mit Schülern eine Bilderausstellung vorbereitet. И некоторые школьники нашей школы подготовили здесь такую выставку своего творчества, которую вы можете посмотреть. So, jetzt das schöne Wetter ist gestellt, extra für Sie. Значит, просьбу мы вам уже выразили, посмотрите эту выставку. Und ich wünsche allen einen schönen Aufenthalt und am nächsten Montag, sind wir dann wieder hier und verabschieden. Я вас еще раз приветствую здесь, желаю вам прекрасного пребывания у нас. В следующем понедельник мы здесь встретимся, это будет последний заключительный день нашего пребывания.
понедельник вечером состоялось торжественное открытие недели дружбы. Советскую делегацию приветствовали учителя, члены группы «Педагоги в борьбе за мир», бургомистр города Кёльна. Am Montagabend werden einige Vertreter der Stadt auch auftreten. Der Bürgermeister hat eine Rede gehalten, Vertreter der Gruppe Pädagogen für den Frieden und andere leisten ihre Beiträge in dieser Veranstaltung. Ich halte es für außerordentlich wichtig, zum einen Ausgleich für die Menschen das verkehrte Dorf zu verlangen, denn Russen und Deutsche haben in der langen Entwicklung Europas eine bewegte Geschichte miteinander. Руководитель делегации советских школьников Александр Ярославцев поблагодарил жителей города Кёльна за радушный прием, за гостеприимство, за интересную программу пребывания. И в знак признательности о радушии немецких жителей Александр Ярославцев подарил городу, бургомистру, подарок, вазу с изображением истории города Волгограда, книгу о Волгограде, русскую матрешку. Der Delegationsleiter Alexander Jaroslavtsev überreicht dem Bürgermeister sein Gastgeschenk, die Vase, auf der die Geschichte der Stadt Volgograd abgebildet ist. Учащиеся гимназии Монте-Сори подготовили американский мюзикл для советских школьников. Они поют о мире, о свободе, о дружбе. Eine Projektgruppe des Montessori-Gymnasiums hat also als Beitrag an diesem Abend geleistet Ausschnitte aus dem Musical Hair.
о дружбе закончилось открытие недели дружбы. Немецкие школьники дарят гостям красные розы, цветы. Also der Auftritt dieser Projektgruppe mit dem Musical Hair war ein gelungener Höhepunkt an diesem Abend. Und es war auch sehr schön, wie sie zum Schluss dann allen die Blumen überreichten. Школьники сфотографировались для Кёльнской газеты. Die sowjetischen Schüler werden fotografiert von einem Fotografen des Kölner Stadtanzeigers. Во вторник ребята совершили экскурсию по городу Кёльну, осмотрели достопримечательности города, побывали на правом, на левом берегах Кёльна, посетили музей, в котором находились узники во время Второй мировой войны. Осмотрели улицы, побывали на Хоэ-штрассе, это самая высокая улица в городе Кёльне, на которой находится очень много магазинов, находятся высокие дома. Am Dienstagnachmittag fand die Stadtrundfahrt statt und es wurde sehr viel gezeigt. Angefangen mit dem LD-Haus, die eine Fahrt rund durch die Stadt im rechtsrheinischen und auf dem linksrheinischen Gebiet, ein Rundgang um den Dom herum, einen Spaziergang durch die Ruhestraße, wobei man sich die Schaufenster genauer angucken konnte. So bekamen die Kinder einen umfangreichen Überblick über Köln. Этот день был особенным для города Кёльна. В этот день в город Кёльн прибыла советская делегация, в составе которой были Михаил Сергеевич Горбачев и Раиса Максимовна Горбачева. Gleichzeitig mit den sowjetischen Schülern war an diesem Nachmittag auch Gorbatschow mit seiner Frau in Köln. Раиса Горбачева ließ sich den Dom zeigen. Раиса Горбачева осмотрела собор кёльнский, разговаривала с жителями города Кёльна, и советские школьники имели также возможность видеть эту встречу. Und die sowjetischen Schüler haben also völlig begeistert gesagt, dafür müssen wir nach Köln fahren, um Раиса Горбачева zu sehen. Город Кёльн и город Волгоград отличаются по своей истории. Городу Кёльну исполнилось 2000 лет, а Волгоград в этом году отмечает свое 400-летие. И советским ребятам очень интересно посмотреть, как живут немецкие жители. Осматривают витрины города Кёльна, смотрят, чем занимаются жители города. Für die Schüler war es sehr interessant, Köln näher kennenzulernen. Es ist eine sehr alte Stadt im Vergleich zu Volgograd. Volgograd ist nur 400 Jahre alt. Und nun geht es in die Kölsche Kneipe zum Früh. Typični Kölnski Traktir. Вот вы, там мы тоже встречались. Типичный кёльнский трактир, в котором побывали взрослые в этот день, было очень интересно. Здесь готовят интересные, типичные кёльнские блюда, кёльнское пиво. Ja, das Essen hier ist eben typisch kölsch mit halbem Hahn und das besonders eben das obergärige Bier. Das alles war eine Besonderheit eben für die sowjetischen Gäste, das kennenzulernen. Типичный кёльнский официант. Мы так называем кёбис. Очень трудно получить эту профессию. Есть много желающих, которые там хотят работать, но нужно иметь свои связи.
едите типичное кёльнское блюдо, булочку с маслом и сыром. В Кёльне это называют половиной курицы. Да, hier wird genau erklärt, was der halbe Hahn ist. Und noch eine Besonderheit eben hier, die Kneipen sind unheimlich einfach eingerichtet mit Holztischen und so weiter. Traktiere очень просто устроены, можно сказать. Das war so schön. Besonders hat auf mich einen großen Eindruck gemacht, die gastfreundliche Kost. Gastfreundlichkeit der Menschen. Von Anfang an im Flughafen waren wir sehr freundlich von unseren Betreuerinnen sehr herzlich aufgenommen. Организаторами нашей встречи было сделано все для того, чтобы мы не только работали, встречались в школах, но и смогли хорошо отдохнуть. Вместе с немецкими школьниками мы отправились на пикник в город Бонн. Und hier unser erster gemeinsamer Ausflug in die Bundeshauptstadt Bonn. Wir haben ein Picknick organisiert in den Rheinauen, wo früher vor 10 Jahren die Bundesgartenschau stattgefunden hat. Und das Die Schüler haben sich sehr gefreut, eben außer der Arbeit auch etwas anderes hier gemeinsam zu unternehmen. Hallo Herr Hart. Kommt dieselbe Ansage auf Deutsch. Ihr sollt ordentlich essen und ordentlich trinken, aber das Bier ist nur für die ganz Alten, für die Erwachsenen. Für die, die nur so alt sind. Ja, hätte ich das doch gar nicht. Wie? Wo ich war, bis zum Mistechke, na Rheinske Lujajke, ребята смогли отдохнуть, попробовать гриль, который приготовили взрослые организаторы этого пикника. Смогли поиграть, посмотреть на природу, отдохнуть. Es war sehr angenehm für alle. Man konnte eben essen, Würstchen, Limonade trinken, spazieren gehen, alle möglichen Sportbeschäftigungen ausführen oder einfach nur quatschen. Людмила, лах мал. Вида водка. Водка? Не, я бин от нахт ум 2 фоль мит водка. Не, давай, давай. Биде. Haben Sie ein wenig geschlafen? Ja, ein bisschen, das merke ich schon. Aber nicht genug. Bald kommt der Trink leise. Ich fällt schon gerade ein. Und dann immer mit Orangensaft. Das war so schwül, heiß, abends. Du trinkst Orangensaft und kriegst dir das Zeug da rein oder kriegst du da reingetan. Ja. Ja, ich erinnere mich jetzt auch an so eine Kräfte. Взрослым тоже было интересно пообщаться друг с другом. Актер Волгоградского театра юного зрителя Володя Бондаренко показывает пантомиму. Hier eine Kostprobe des Könnens von Wladimir Bondarenko, ein Mitglied der Delegation. Ist Schauspieler im Volgograder Jugendtheater. Alles andere ist überflüssig. Was du gesagt? Ja? Ich sage, где Sven? Ich soll sagen, was du gesagt hast. Ja, ja. Ich kann aber nicht sagen, was du gesagt hast. Und nicht, was ich gesagt habe.
Was? Это просто игра. Нам сейчас прикамерить можно. Должна, должна. Что мне сказать? А? Это мус. Was? Was? Ich muss gesagt. Was? О май гад. О мой бог. Ich sage. Кушай. Интерес к странам помог ребятам очень быстро найти общий язык. И ребята уже очень хорошо понимают друг друга. Вместе играют, узнают новые игры, вместе отдыхают. Das Interesse aneinander hilft einem sehr schnell eine Sprache zu finden. Egal, also ja. Und auch die gemeinsamen Spiele oder Spiele kennenzulernen, die man noch nie gespielt hat, das ist etwas, was sehr verbindet. Очень много впечатлений о поездке и у ребят, и у нас, у взрослых. В нашей группе был праздник. У Коли Фетисова был день рождения. Ему исполнилось 16 лет. Am 16. Juni war gleichzeitig der Geburtstag eines der Schüler aus der Delegation. Nikolai wurde 16 Jahre alt. Und vom Delegationsleiter wurde ihm ein Geschenk überreicht. Александр Ярославцев от имени всей делегации поздравляет Николая с днем рождения и вручает ему настоящий русский подарок – матрешку. Чтобы это событие было для него памятным. И он гордился своей страной, своей родиной, особенно здесь. Николай, мы тебя поздравляем от нашей группы и всего доброго тебе желаем. В этот же день мы посетили компьютерную школу. Посещение наше началось с очень вкусного обеда. Советские школьники жаловались мне, что их только и делают немецкие хозяева, что кормят, кормят и кормят. А немецкие школьники жалуются, что наши ребята совершенно ничего не едят. Gleichzeitig fand an diesem Tag der Besuch der Computerschule statt. Und man als erstes ging man eben in eine Kantine zum Mittagessen. Da erzählten die russischen Schüler über das, was sie beim Essen mit ihren deutschen Gästen erleben. Die russischen Schüler beschweren sich ständig, dass sie gefüttert und gemästet werden. Und die deutschen Schüler sagen, Mensch, jetzt ess doch mal endlich, ihr esst ja überhaupt nicht. Компьютерная школа оснащена очень хорошим оборудованием. Это мы увидели и в столовой школы. Обед ребятам очень понравился. Die Computerschule war also sehr gut ausgestattet, nicht zuletzt auch schon in der Kantine. Das hat den Kindern sehr gut gefallen. Но вот эти фигуры чем-то заполнить. Почему вы заполнили так? Ich kann hiermit Sachen wegradieren. Можно убрать.
изображение. Ich kann mit. Ребята учились рисовать, писать с помощью компьютера. На экране вы видите слова, которые написали ребята: Волгоград и Кёльн, дружба. In der Computerschule wurde ihnen gezeigt, wie man also auch mit einem Zeichenprogramm arbeiten kann. Und das hat ihnen unheimlich viel Spaß gemacht, wie ihr das an einigen Beispielen auch so schon sehen könnt. А это рисунок, который смогли сделать ребята себе на память. Eines der letzten Bilder, das konnten die Kinder sich selber als Erinnerung anfertigen. Наша делегация побывала в академической школе, где мы смогли очень хорошо провести время, отдохнуть от серьезной работы. Взрослые в этот день, в субботу, посетили могилу немецкого писателя Генриха Гёля. Das Wochenende verbrachten wir in Weilberberg in der Jugendakademie, wo man ja fast die ganzen zwei Tage verbringen konnte. Und die Erwachsenen haben am ersten Nachmittag das Grab von Heinrich Böll besucht. Ja, und von Bethlehem da, dann Sonne, Mond, Gestirne, Jupiter. Dann diese Steine, die da unten drauf liegen, werden immer von jüdischen Leuten niedergelegt. Das ist so eine Art also der Totenehrung. Немецкое кладбище отличается от русского кладбища, но и здесь, на немецком кладбище, могила Генриха Гёля выделяется тем, что это очень зеленая могила, очень скромное надгробие. Здесь в надгробии могилы лежат камни. Это свидетельство того, что к Генриху Гёлю очень хорошо относились многие национальности, в том числе и евреи. Во время пребывания в академической школе у нас была хорошая возможность попробовать себя в различных видах спорта, в различных играх. Ребята изготавливали значки по своему желанию, могли побывать в гримерной, попробовать сделать себе грим, сделать себе театральные маски, смогли сделать значки на память друг другу, смогли поиграть в различные игры, узнать новые игры. Am Samstagnachmittag gab es die verschiedensten Möglichkeiten, sich gemeinsam miteinander zu beschäftigen. Volleyball zu spielen, sich gegenseitig zu schminken, so Buttons anzufertigen und noch andere schöne gemeinsame Beschäftigungen. Если бы видели мамы ребят, они бы очень удивились.
Kinder von ihrer Mutter gesehen würden, würde diese sich sehr gewundert haben. Сколько разных возможностей было у ребят. Вместе с детьми играют и взрослые. Задания игр самые различные. Нужно было определить, кто находится под парашютом. Нужно было поймать друг друга с использованием парашюта. Was kann man alles mit so einem Fallschirmtuch anstellen? Man muss zum Beispiel rauskriegen, wie man untereinander sich versteckt hat unter diesem Tuch oder dass man versucht, sich gegenseitig zu fangen. Unzählige Möglichkeiten sind darin beinhaltet. Значит, подожди, моя нога, у них ноги лежат вот так вот по кругу, твоя у нее и ее. Оставайся, у них нога. А ноги вот так, а руки? А руки как будто вот так. Руки пощупайте, руки. Руки вот так, вот так. Слышь, мы сами не поймем, как мы сидели. Эх, ничего себе, хитрица его, однако. Ну-ка, открой. Дружба. Это слово переводить не надо. Время нашего визита в Кёльн совпало с визитом Михаила Сергеевича Горбачёва в Бонн. Ja, gleichzeitig war ja auch Горбачёв in Bonn während des Aufenthalts der sowjetischen Schüler in Köln. Und hier ist auch jemand in Bonn, aber nun Галина auf der Kirmes in den Rheinauen. А вот теперь вы увидите Галину, она тоже в Бонне на ярмарке. Дни пребывания в Кёльне подружили очень наших ребят. И сейчас очень трудно определить, где немецкие школьники, где советские школьники. У них оказались одинаковые улыбки, одинаковые интересы, одинаковые увлечения. Die deutschen und russischen Schüler sind sich in dieser Woche sehr nahe gekommen und auf diesem Schlussbild kann man gar nicht mehr genau auseinanderkriegen. Wer ist jetzt nun hier Deutscher, wer ist Russe? Ja, und das ist alles im Zusammenhang eben mit von der Gruppe Pädagogen und Pädagoginnen für den Frieden entstanden.